признать недействительной регистрацию средств массовой информации газеты, новой газеты. Прокомментирует только Женя Ройзман. Решение лично для меня является ничтожным, заказным, политическим. Решение, не имеющее под собой ни малейшего законного основания, нас судят за то, что мы якобы 20 лет назад не отдали какие-то документы, хотя все было отдано. Мы все эти пути пройдем до конца, безусловно. Мы хотим оставаться в легальном поле. Именно поэтому наша юридическая служба, Ярослав Кожеуров, Екатерина Седова, естественно подадут апелляцию. Какого будет результат, нам приблизительно тоже понятно. Я вообще-то думаю, что приговор, что называется, уже написан, просто не оглашен. Мы часть этой зачистки. Просто мы очень большие, и у нас 29 лет истории за спиной. Вот идут по такому пути, но тенденция абсолютно очевидна. Мы, безусловно, спасибо, коллеги.